Привет, плехановцы! В эфире программа «Афиша Рео» и с вами я, ее ведущая Анастасия Андрюшина. Наступившая неделя богата событиями, которые заслуживают твоего внимания. Только самые интересные и актуальные события специально для тебя. Не пропусти! Лифт к успеху не работает. Используйте ступеньки. Шаг за шагом. 14 и 15 ноября в Рео пройдет неделя карьеры. Знакомство с компаниями, полезные стажировки. Что еще ожидает студентов первого экономического? Об этом подробнее расскажет Любовь Кулева. Привет, плехановец! Хочу сообщить тебе крутую новость. 14-15 ноября в Рео проходит одно из ключевых событий этого года – неделя карьеры. Это имиджевое мероприятие для вуза проводится с участием российских и международных компаний. В привлечении молодых перспективных кадров заинтересованы крупные корпорации и государственные структуры. Для вас работодатели представят свои вакансии, а также интересные стажировки с последующим трудоустройством. Тебя ждут онлайн-вебинары, мастер-классы и лекции от профессионала своего дела, ярмарка вакансий, воркшопы, карьерные консультации по трудоустройству. Сделай первый и правильный шаг на пути к своей цели. Ждем тебя 14-15 ноября в холле третьего корпуса. Плехановцы ждут гостей. 15 ноября состоится творческий межвузовский фестиваль «Ноябрьские встречи. Танцевальные контрасты». Куда и когда приходить, чтобы поддержать наш ансамбль «Геликон» и насладиться искусством танца, расскажет заместитель руководителя студенческого творческого общества Аида Глезденева. Аида, мы тебя слушаем. Приветствую вас, дорогие плехановцы. Как заместитель руководителя студенческого творческого общества, хотела бы познакомить вас с одним из проектов нашего комитета. Ноябрьские встречи «Танцевальные контрасты» – это открытый межвузовский творческий фестиваль. Проводится он уже не первый год, поэтому ожидается большое количество участников из других университетов. Мы надеемся на соответствующую поддержку наших танцоров, ведь они будут выступать у себя дома. Поэтому приглашаем вас посетить данное мероприятие, которое состоится 15 ноября в 19:00 в ДК «Конгресс-центр». Приходи и докажи, что группа поддержки Рео имени Плеханова самая лучшая. От нашего университета будут выступать всеми любимый и известный ансамбль «Танцы Геликон». Напоминаю, что вход будет осуществляться по студенческим билетам или флайерам, которые можно будет найти в студенческом совете. Спорт – это жизнь, здоровье и сила. 18 ноября в нашем вузе будет проходить турнир по настольному теннису. Не упусти возможность прийти и поддержать своих фаворитов. Подробнее о соревнованиях расскажет Ольга Тавостина. 18 ноября в нашем университете пройдет турнир по настольному теннису в рамках спартакиады. Участники будут соревноваться в двух лигах – профессиональной и любительской, отдельно парни и девушки. Турнир начнется в 12:00 с групповых этапов, после которых лучшие спортсмены будут бороться в плей-офф за выход в финал. После того, как мы узнаем имена победителей и призеров, всех болельщиков и гостей ждут конкурсы от спонсоров. Игры пройдут в спортивном зале второго корпуса, а проход в университет будет осуществляться через проходную третьего корпуса. С вами по-прежнему программа «Афиша Рео», ее ведущая Анастасия Андрюшина. Студенты факультета ФТТ, вы готовы взобраться на Олимп? 15 ноября пройдет грандиозное событие – награждение лучших из лучших на проекте «Олимп ФТТ». Вам уже не терпится узнать подробности? Тогда слушайте главного организатора Михаила Озерова. Миша, тебе слово. Привет, меня зовут Озеров Михаил, и я главный организатор проекта «Олимп ФТТ». Что это такое? «Олимп ФТТ» – это проект, где награждаются лучшие из лучших активистов факультета экономики, торговли и товароведения. На закрытом мероприятии, которое пройдет в ресторане «Вишняков», наших участников ждет грандиозное шоу. Красная дорожка, фотозона, яркие ведущие, творческие номера, золотые статуэтки Гермеса и, конечно же, Олимп. Попасть на мероприятие и узнать, что именно будет происходить в этот день, можно будет только получив заветный пригласительный билет. Имена победителей вы узнаете уже совсем скоро, 15 ноября в 7 часов вечера в ресторане «Вишняков». Будьте значимыми! Рео имени Георгия Валентиновича Плеханова – лучший экономический вуз страны.
поэтому многие мечтают к нам поступить. 17 ноября учащиеся старших классов смогут почувствовать себя плехановцами. Правда, всего на один день. А как они его проведут, расскажет главный организатор проекта «Один день из жизни студента» Евгения Носова. Всем привет, меня зовут Евгения Носова, и я являюсь главным организатором проекта «Один день из жизни студента», который пройдет 17 ноября. Данный проект похож на День открытых дверей, но отличается тем, что абитуриенты смогут почувствовать себя полноценными студентами на целый день, благодаря деловой игре, кофе-брейку и лекциям по направлениям, которые они выбрали сами. Целью проекта является привлечение потенциальных абитуриентов в наш университет, рассказать им, что из себя представляет та или иная специальность и каково это быть студентом. Всю информацию вы найдете в группе студенческого совета и в группе мероприятия. С вами была Анастасия Андрюшина и программа «Афиша РЭО». Мы желаем вам отличного настроения на протяжении всей недели и успехов во всех начинаниях. Будьте лучшими! До встречи на Плеханов ТВ!